Привет, ребята и девчата, канал Дядя Слава. Я, как всегда, Славка, а вы мои любимые подписчики. И мы продолжаем играть в BioInk Redemption на ваших экранах. Вот у нас рентген девушки, так сказать, дуплексное сканирование, или как, когда сосуды видно. Я в терминах особо не разбираюсь. Хочу еще раз вас поблагодарить за 300 подписчиков, которые набежали на мой канал, там 337, по-моему, или 338 на данный момент. Спасибо всем большое, жму крепко руку. Спасибо, что поддерживаете меня своими комментариями. Поэтому не пленитесь, кто сейчас пришел без подписочки. Прям самый вниз под видео опуститесь, нажмите кнопочку подписаться и напишите какой-нибудь комментарий. Я все комментарии читаю, негативные, положительные, на все реагирую. Что-то, и, конечно, это все через себя пропускаю, как бы сказать. И ладно, не будем затягивать. Короче, прислушиваюсь к вашему мнению. Вот так. Давайте продолжим кампанию «За жизнь». Я же теперь в мединституте, да, учусь. Интернатуру мы с вами прошли. Теперь мы будем диагностировать заболевание. То есть мы должны понять, чем болеет наш пациент. Раньше мы его просто лечили. А теперь, я так думаю, диагностику проводим. Давай. Ну нет, Джейн Ду не по-детски. Давай какой-нибудь Евгений Палкин. Вот, Евгений Палкин. Пришел Евгений Палкин, говорит, я не знаю, чем болею, чем мы усилим. Давай экономика, у нас, короче, сразу будет 15 очков. Не-не-не-не-не, раз у нас 4 этого, нет. Так, что бы нам с вами выбрать? Увеличить вероятность получения более высокого значения, много био-очков, да, вот много, это вот хорошо. И можно еще что-нибудь выбрать. Поддержка сосудистой. Потенциальные нажатые симптомы. Симптомы будет. Так, не, давай он будет у нас. Случайный образ жизни не хочу, чтобы он выбирал. У нас 2 очка. Я просто смотрю все, что у нас на 2 очка есть. Вот. Улучшение ресурсов на 50% дешевле. Медленные руки. Ресурсы тормозят. Не, тогда давай что-нибудь выберем. Хотя не буду ничего убирать, пусть у меня будет так, все. Начать игру. Диагностируйте все заболевания, пока не стало слишком поздно. Надо определить 12 заболеваний до гибели. Ну давай. Я уже забыл про как играть. Пробуем, конечно. Ну. Оп. 2. Спасибо, много-много уже очков. Так, стой, стой, биокарта. А как нам заболевание выявить? Вот, диагноз. Ой, у него что-то все... Что это у него все хреново? У него головная боль, сыпь на коже, отдышка, паралич. Господи, ты что весь такой больной пришел ко мне? Хотя, если он был бы здоровым, он бы и не пришел же, конечно, да? Давай мы ему, знаешь, что сначала сделаем? Мы ему образ жизни поменяем. Вот, у тебя... Не, нервы, ладно. Вот, давай, ты на диету, сядь на диету. Хотя не. Давай, сначала сон мы не сможем, у нас 4 очка, да? Ладно, садись на диету. Все, сиди на диете. А мы пойдем дальше. Ладно, кушать, кушать салатик, правильно. Да, а почему у нас... Почему у нас Евгений девушка, я не понял. Евгений девушка. Что-то я не посмотрел этот момент, ну ладно. Ну бывает, что, ну, всякое в жизни бывает. Может быть, это Евгения. Точно, это Евгения будет. Евгения Палкина. Просто ощущает себя, как Евгений Палкин. Эй, тихо, не кашляй, у тебя что с почками? Что-то тебе там подтекает. Я надеюсь, у реального человека там ничего так не затекает никуда. Где, а вот. Подожди, я не успеваю за всем гнаться, вот сколько их. Биокарта, подожди. Образ жизни, у меня 26 очков. Давай-ка ты у нас
будешь спать, заниматься йогой, релаксационная терапия у тебя будет обязательно. И ты еще йогой будешь заниматься. Во! И ты еще у нас пить перестал. Нормально, да? Мы его так прокачали, так сказать. Вот. Она йогой занимается, терапией. Сейчас мы все замедлим. Если так работает, да, и мускулатуру качаться, срочно откачаться. Сейчас качнешься, подожди, образ жизни. Давай, тренировки. Вот, хорошо, молодец. А что, мы это не развили гидрацию? Ладно, сейчас все разовем. Ну-ка. Качается, нормально. Правильно. Я врач, я знаю, что тебе нужно. Тебе нужно качаться обязательно. А я пока у тебя буду клетки твои собирать. Кровообращение у нее хреновое, мускулатура хреновая. По-моему, ей сейчас придет задница. Ладно, у нас 7 очков есть. Давай что-нибудь предложим ей. Вот, аэробик из... А, 8 надо. Ну, сон тогда вот на... А, это питье. Правильно, пей правильно. Все, погнали. Блин, кровообращение в жопе. Ай-яй-яй-яй. По-моему, я сейчас не успею. По-моему, уже все, 28%. По-моему, так не работает, да, как я сделал ей? Подожди, я не успеваю. Ай-яй-яй, где? Вот. Ай-яй-яй-яй. Подожди. Интенсивная терапия. Может, я это сделал, что-нибудь? Пересадку легких? Не будем делать. Вот кровообращение на 1% поднимается. Блин. Вот. Вот так вот сделаем. Надеюсь, поможет чуть. Блин, ей срочно пересадка сердца нужна. Мускулатура, кровь. А я 15%. Я не хотел. Я еще ни одного заболевания не выявил. Я ее только отправляю просто. Лечись, делай физкультуру, пей водичку там. Все, мы довели Евгения. Мы довели его. Ну, блин, извините. Еще дайте мне срочно, мы ему сделаем пересадку сердца. Ну вот, 6%, ну быстрее. Быстрее, 32%. Процента. Так, сердце, вот, кровообращение, 14. Одно очко дайте мне, где одно очко, быстрее. Срочно, 2%, быстрее. Вот, давай. Успел? На. Ха-ха-ха. Теперь мускулатуру срочно, быстрее. Так. Терпи. Блин, что делать? Мы должны спасти. Иначе какой из меня врач, если я не могу спасти пациента? Ну, что-то очков мало, реально очень мало очков. Мне не хватает. Ай-яй-яй, что-то мне погнало, очков много. Так, быстрее, биокарта. Интенсивная терапия, это же такое. Снижение всех видов исследований, нет. Органы дыхания, нет, нервы, нет. Скелет, вот мускулатуру развиваем.
О-о-о-о. Еще два очка. Я не успеваю, ребят, не успеваю ничего сделать. Я хоть ей пытаюсь помочь, так, смотрим, 21. Почки поднять, пищеварение, ладно, успеется. Так. Это развито все, да? Развит, развит, развит. Ну вот, что тебе надо? Я же тебе сколько всего помог. Иди и это, и все, давай. Вот кровообращение у нее, что-то с кровообращением нехорошо. Ну все, мои кровообращения мы потеряли. Сосуды у нее убили, сердце мы ей. Хотя вон, смотри, сколько всего я там наделал, а она не дает. Ну-ка, давай попробуем тебе помочь тогда, раз у тебя сердце болит. Сейчас мы тебе что-нибудь... МРТ мозга давай. Все, делаем МРТ мозга. Хотя зачем? По-моему, я не туда полез, ну ладно. Ну все, кровообращение у нее. Ну дайте мне очки какие-нибудь. Вот у нее что, гипертония, инсульт, болезнь Паркинсона. Окей, будем лечить. Так, а как нам лечить? А, это не я лечу, да? Я только нахожу болезнь, я так понял. Это тот другой лечит. Ну тогда хорошо, ладно. Тогда мы еще сможем сделать электрокардиограмму. Запускаем тест. Ты давай лечись, родная. Все хорошо, здесь-то нет ничего. Пять, так, пять. У тебя снижаются... Вот это у тебя снижается, да, на пять. Так, 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 так. На, нарушение дыхания, проверяй. Мы тебя вылечим, Евгения. Потерпи немножко. Я не успеваю за всем. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, так, так. У нее что-то еще падает. Вот здесь что-то падает, легких. Давай вот это проверим. И это мы проверяли. И вот это. Мы должны спасти ее. Орган дыхания отказывает. Ну, извините. Я врач такой, что я еще не лечился. Я купил диплом. Диплом купил врача, да, извините, признаюсь. Ну. Вот, ну. Скелет, давай, давай. Блин. По-моему, ей уже не поможем. Подожди, подожди. Так, вот тут что-то у тебя, да? А, вот это он хочет. Ну-ка, ладно. Проверяй. Ай-яй-яй, пациент, 4%. Чтобы еще вылечить бы ей.
На. Ноль. По-моему, я ее убил. Да с чем ты болеешь? Все отрицательное, ты смотри. Ну где-то здесь, по-любому где-то здесь. Все, больше я уже не знаю, чем еще ей можно помочь. Может, здесь где-нибудь? Вот, сделай биопсию кожи. Раз у тебя сыпь на коже, надо биопсию сделать. У нее только пищеварение осталось нормально работать. Рака кожи нет. Ну все, я уже не знаю, что еще можно помочь. Все. Так, пациент умирает. Тромбоз вен. Все, лечись. Может, это хотя бы что-нибудь задержит? Нет. А что, он жив, пациент, до сих пор? А что там у нее? Пищеварение, да? На. Держись. Ну что такое? Проверяй. Ну, по-моему, все, я уже все. Эпилепсия. Что еще? Ага. Ну человек умер же, нет? Или я труп уставлю? Ну она как бы лечится, но у нее все, все. У меня очков больше нет, я не знаю, как быть. Подожди, есть у нее головокружение. Это может быть где-то вот здесь, да? Хорошо. А сыпь на коже. А у меня все, у меня очков больше нет. У нее фотосенсибилизация какая-то. Ну и все, а где мои очки? Я больше нигде не возьму очки. Мотнем. Все, а что, почему игра не кончается? Что, где-то если на одно очко что-то? Шесть.
Ну как бы все, я больше ничего не сделаю. Че, давай перезапустим тогда. Че еще делать? Да? Давайте очки по-быстрому. Очки, очки мне давайте. Сейчас все сделаем быстро. Все, 9 очков. Она жалуется на лихорадку. Лихорадка, это может быть даже вот здесь что-нибудь. Нет, я не проведу пока. Лихорадка, это может быть даже здесь. Вот давай почки запустим, проверяй. Ну? Ну, пока я 4 нашел. Есть там с почками проблемы? Все, отрицательно, это хорошо. Насобирали, сейчас пойдем дальше лечить. Эй, подождите, я не успеваю. Так, 27 очков. Так, лихорадка. Проверяем вот это. И хирургическое исследование. Что еще может быть с лихорадкой связано? Почки. И это проверим. Биопсия костного мозга тоже проверим. Все. Проверяем все. Колоноскопия. Ой. Что-то мы не то лечим, видимо. У человека жизнь уходит, а мы лечим не то. Мы еще ничего не нашли, у никаких заболеваний. Только зря очки потратили. Все отрицательное. Ну, у нее что-то с сердцем. А это может быть вот. Ну давай, давай, быстрее. Мало, мало очков, мы не успеваем. Я вообще не успеваю. Как здесь лечить можно человека? Ну. Ну вот, неотложная помощь. Меньше 20%. А я ее даже не вылечил. Так, 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 смотрим. Боль в груди, я вот. Все, проверяй. Но мы уже не успели. Я сразу скажу, мы проиграли. Высокий холестерин, хорошо. Но она лечится. Это она начали лечить. О, стенокардия, ритмия. Вот 5 нашли. Еще давайте мне. Сердце, сердце, сердце. 14. Давай быстрее, еще надо. Ну? Вот это специально, да, сделано, чтобы... Так, 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 быстрее. Интенсивная терапия. Все. Только нервы не спасти. Что там у тебя опять? Лихорадка?
Ой. Осмотр стеноскопом. Давай, мы что-нибудь выбьем. Нету, ничего нет. 3%. А где же еще может быть? Тут 7%. Вообще не хватает очков. Я не могу ничего сделать. Как мне человека лечить, очков нет? У человека нервы 29%. Что мне сделать? Ну помогите мне. Вот нервы. 14 очков надо. Давай не 5 очков. Пожалуйста. 3. Все, лечим нервы. Быстрее, быстрее, чтобы внизу не умер. Все. Человек восстановился. Мы его восстановили, но ненадолго. Мы от сыпи его так и не избавили. Ну давайте очки, ребят, ну реально. Мне хотя бы 15 очков надо. Вот давай посмотрим, что у нас еще. Лихорадка, может быть. Может быть, что-нибудь здесь связано? Может, у него вообще волчанка какая-нибудь? А мы его... Разбежишь, лихорадка, сыпь на коже. Да вот, биопсию кожи давай сделаем. Ну очков нет, а чё я... Это реально тяжелая игра, это тяжелее, чем я думал. Мне не хватает навыков, не хватает очков. Я реально ничего не могу сделать человеку. Вот биопсия кожи. Зря сделал биопсию кожи я ему. Я так понимаю, нервы это вот с мозгом. Это что-то здесь у него. На. Еще нужно 6 очков. Вот, на, не вот это осмотр. Быстрее, быстрее, у него мозг отмирает. Вон у него бессонница. Все, запустили мультисканирование, там что там. Делайте ему все, вообще все анализы. Берите у него. Такой здоровый полностью. Вон у него Паркинсон, все, лечите его от Паркинсона. Ой, посыпалось, ой-ой-ой. Начали давать, а? Где вы раньше были? Все тесты я запустил здесь. Все, здесь мы запустили. Анализ кала. Это она там что-то наложила? Биопсия костного мозга. Тоже делайте, все. Все анализы пусть дает. Осмотр, да понятно, что ничего не нашлось. Гриппа нету, хорошо. Кал. Тоже нормально, болезни крон нету. Ужас, все отрицательно. Чем болеет, непонятно, придуривается.
Вот, флюорографию сдай. Я ее сдаю тоже, бывает, мне заставляют. Работодатель. Пусть сдает, мало ли там что-нибудь с флюрой неправильно. Это мы проходили осмотр, это все мы прошли здесь. Да, это все мы проходили, это не надо. Может, я с этим что-нибудь? Ну все, тут у нее все убито. Ай! Ай-яй-яй! Отказ систем. Ну извините. Я пытался найти болезни. Одиннадцать очков. Лихорадка, вот, наверное, вот этого, да? Нет. Ну-ка давай. Мы нашли 7. Мы в прошлый раз 10 нашли. Как так вообще? Нет. Ну я не знаю, что она реально придуривается. Нет. Ну-ка давай, может, почки у тебя реально дерьмовые. Нет. Я не знаю, что делать, ребят. Не, врачом мне не быть. Что-то мне эта игра не под силу. Я не могу в это играть. Я начинаю нервничать, а ничего не происходит. Я не могу человеку помочь вылечиться, реально. Вот у него лихорадка, она может быть вообще что, что угодно. Вот, проверяйся по-женски. Маммограмма. Нет. Ну, тоже нет. Может, что здесь? Может, у тебя инфекционное заболевание крови? Все, проверяем почки. Мы же тест на грипп делали. Отрицательно. Все. Все отрицательно. Я, честно, вообще не могу понять, как в это играть. Продолжить кампанию. Да, я в мединституте. Мягкий. Парень. Парень будет. Кто будет? Кто у нас будет парень? Давай это будет Андрей Кошечкин, Кошечкин. Начать игру без всяких этих. Сейчас мы вылечим. Андрюшку-то мы вылечим. Как это без Андрюшки-то?
Так, на что жалуется пациент? Боль в ноге, замешательство в суставах, болит боль. Да что ты весь больной пришел ко мне? Сейчас, подожди, мы соберем у тебя клетки твои. Вот. И еще одну давай. Ну. Ну давай. Вот реально, вот как собирать ресурсы, если ни хрена не помогает. Ну, смотрим. Боль. А что, боль? А вот, боль в ноге. Боль в ноге. Мы сразу это запускаем на боль в ноге. И медицинский осмотр твоей ноги сделаем, проведем. И, возможно, у тебя еще... Подожди, биопсию кости еще возьмем. Подожди, подожди немножко. Сейчас мы наберем. Там 10, да, надо на биопсию кости? 10. Сейчас еще одно очко, подожди. О, у тебя тромбы, у тебя сгустки крови, лечись давай. Вот где очки реально? Вот как мне поставить диагноз? Я же ему вылечу, это все получается. И он будет доволен, скажет спасибо. Ну вот, я у него почти все вылечил. Нога еще... О, боль в ноге прошла. Замешательство теперь ему надо вылечить. Ну это мы вот это сделаем. Вот это мы тебе проведем, это потом. Блин, мы даже не можем кровь взять. Ну ладно. Ну? О, у нее стресс еще есть. Так, 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 замешательство. Нет, это мы... Вот мы проведем неврологический осмотр. Двенадцать очков надо. Ну, стресс мы лечим, это хорошо. Ой, у нее еще и бессонница, он вообще у нас не спит. Бессонницу лечим. Кстати, не попроще с Андрюшкой-то. Евгения у нас прям быстро умерла. А потому что женщины пытаются самолечением все заниматься в основном. И дома сами лечатся. Это мужики плаксивые. Ой, мне 37 температуры, я умираю. И побежал в больницу. Вот. Поэтому мы его на ранней стадии, вот мы его и лечим. Поэтому всем совет. Вы не затягивайте потом, что вас было потом трудно лечить. Ну что так дорого все лечение ваше? Как я могу человека вылечить? А, ну все проверено уже. У него вообще головокружение. Все. Не знаю, чего лечим, мы просто назначаем. Ой, иди сделай УЗИ. Ой, а вот это тут тест, да, вот тут вот это вот тест. От всего подряд. У нас, в принципе, так врачи, наверное, не лечат. Иди на все сдай, а там посмотрим, что у тебя. А ну очков реально мало. Я бы сейчас бы все бы вылечил бы ему.
Хорошо? Нет. Ну все, у него сейчас сердце откажет. Отказало. У него что-то с сердцем где-то. У него, скорее всего, вот это вот. Иди делай МРТ мозга и лечи. Скорее всего, у тебя вот это вот тоже. Ну, давайте. Вот у него гипертония, инсульт, конечно. Поэтому у него кровообращение. Но он лечится. Но мне кажется, надо вот это еще проверить. Сейчас мы его вылечим. О! 7 из 10. О, высокий холестерин. Все, лечим. Все, 9. Последнюю болезнь надо найти. А дальше уже не мои проблемы, я тебя вылечил 10 болезней. Так, надо кровь поднять. 14. 4 очка, ребят, давайте. 5% 4 очка, давай. Еще 2 очка, давай, быстрей. Ну... Вот специально дает тебе время? Специально не дает. Все, меняем сердце ему. Пересадку сердца делаем, все. Пациенту провели операцию, все нормально, живет. Но сердце было хреновое, ему выбросили. Собакам съедали. Это ему еще повезло, что он нашел, где у кого сердце, донор сердца. То мог бы не найти вообще ни хрена. О, у тебя сыпь на коже осталась. Это где-то вот здесь, наверное. О, давай, биопсию кожи сдай. Ну? Короче, надо играть на легком. Вот здесь я хотя бы успеваю что-то делать. Нет, рак кожи нету. Ну, повезло тебе. Дай мне очки свои. Давай клетки. Где у тебя клетки? Ну все. Сыпь на коже, мне кажется, это вот это некротический. У вас некротический фасцист какой-то. Вот. Я возьму вас хирургическим вмешательством. Вырежу у вас кусочек ткани. Часто оно бывает, да. А, извините, ошибся. Нет, не оно. Давайте пойдем дальше искать. У вас, наверное, симптомы. Давай, тест ультрафиолетом сдадим. Интересно, реально попал я в точку, нет? Я вылечил! Вы выиграли, вы успешно выполнили все задачи вовремя. Ну и все. Человек умрет от недостатка сна раньше, чем от голода, который обычно занимает несколько недель. О! Вылечить от всех болезней, пока не стало слишком поздно. Все.
нам пришел. Пацаны, легко это лечится. Поэтому Олежка Вялый пришел такой. Что-то, говорит, я вялый. Сейчас мы Олежку Вялого будем лечить. Хася, музыка какая. Здорово, Олежка. Что-то я смотрю, отказывают, нервы не в порядке, Олежка. Что ты с нервами сделал? На что жалуешься? Потеря рефлексов, перепады настроения, боль в животе. Потеря рефлексов, понимаешь? У тебя из-за потери рефлексов, возможно, у тебя мышечная биопсия. Но я врач такой безденежный, я тебе... Давай неврологический осмотр проведем. Он такой, давай. Проводим. Да, у тебя бессонница. 188 дней у тебя осталось. Вот сейчас будем лечить твою бессонницу. Так, а как лечить ее? Мы тебе выпишем, а мы тебе не выпишем. Мы тебе не выпишем, потому что я врач тугой, у меня 3 очка всего. Поэтому страдай бессонницей. Ну. А теперь вылечим. На, снотворное, попей, ты по-любому уснешь. Снотворное назначено. Вот и пусть пьет его. Ну, все, красавчик. Потеря рефлексов не ушла. Но мы, возможно... Нам нужно 8 очков, поэтому извини, ждем. Я тебе представляю, ты придешь в больницу, а он тебе скажет, я, говорит, не могу у тебя ничего обнаружить, потому что мне не хватает очков таких, вот этих, клеточных. Олежка, давай, ты это, выдели немножко мне очки, дай. Ну? Что нам скажет оценка психиатрическая? Псих он? Нет. Ой, потеря рефлексов. Значит, у тебя может быть болезнь Паркинсона. А мне нужно еще одно очко, чтобы болезнь Паркинсона выявить. Ну давай. Давай, проверяй болезнь Паркинсона свою. Вот. Начиная полисом... Блин. Опять не хватает очков. Ну-ка, давай, добавляй мячки. Захрюкал. Ну, что-нибудь найдет, интересно. Болезнь Паркинсона, я так и знал, что ты болеешь ей. Я был просто уверен, 100%. Как можно лечить болезнь Паркинсона? Расскажите мне.
Ага. Мне, значит, нужно 14 очков. Ищем. Ищем очки. Всего еще 5 очков. Давайте. Вообще, да, вот прикольно, да, вот этот внутри человек так смотреть. Это разные УЗИ, по-моему, разные дают такие вот. Все, лечим Паркинсона твоего, давай, лечим. Получается, я одну болезнь только нашел. Ну? Восемьдесят дней осталось. Восемьдесят дней. Мы же делали это, по-моему, да, психиатрическую оценку. Подожди. Мы сейчас все проверим. Все, проверяйте его полностью, а мы пошли дальше. Понятно. О, а ну, Паркинсона мы вылечили, это хорошо. У него хронический стресс и нервный срыв. Все, мы можем это вылечить. Лечи. А это на 4 очка, давай. Сейчас мы его вылечим. Он не умрет у нас, не-не. Подумаешь, нервы отказали. У кого нервы не отказывают, да? В компьютер переиграл, в CSGO тебя убили, ты. Конечно, откажут нахуй нервы. На самом деле это не так работает. Смотрите, не думайте, что у вас нервы, если отказали, то это из-за какой-нибудь CS-ки из-за игры. Не-не-не. Почему все так дорого? Реально все дорого. У него тестикулярный рак. Господи. Господи, какие у тебя много симптомов-то, а? Ну, хоть нервный срыв тебе вылечим. Ну, вот, хоть нервный срыв вылечили. Давай, энергии побольше, давай мне этих. Надо нам нервы ему вылечить, да, заменить мозг. Очков нет, никто очки не дает. Я бы ему очки бы, вот.
Вот, нервы я бы вылечил, но мне надо еще очки, давай. Четырнадцать очков, срочно, еще четыре. Ну вы сейчас специально делаете, да, чтобы мне отказало все? Еще два очка, ну, пожалуйста. Случайно развит средиземноморская диета, красавчик. Все, 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 сейчас мы это вылечим. Нейрорегенерация, нервы в порядке стали. Раз. Ох, мы успели. Так, 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 так. Мы там у тебя болезни выявили, сейчас будем тебе их лечить. Давай одну болезнь выявим за другой. Так, рак. Рак, я помню, 11 очков требует. Поэтому рак подождет. Холестерин уберем у тебя. У тебя статины, на, статины. Еще два, давай, потихоньку все уберем. О, да-да-да, головные боли, я помню. Врач не забывает, не... Я думаю, у него реально сердце остановилось. Но я не успел, ребят, я не успел, ладно. Не знаю, буду ли я в эту игру еще играть, нет, потому что, ну, одно и то же, а у меня в основном не получается. Вы напишите в комментариях, если хотите, чтобы я в ней продолжил играть, или мы что-нибудь начнем новое играть от подписчиков игры. У нас там уже Rust нас ждет, там у нас что еще... Воры мы проходим, и у нас еще кармеханик впереди, симулятор. Еще какую-нибудь игру сейчас от подписчика возьмем. Поэтому вы пишите, хотите вы эту ординатуру видеть дальше или нет. Ладно, с вами был Славка, канал Дядя Слава. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите на мою страничку Boosty, оформляйте платную подписочку, чтобы меня поддержать. А на этом все. Увидимся в следующих видосиках и пока! А дальше будет еще интереснее. Пока. До скорого.